Осень с приставкой «теле» наступила, теперь уже официально. На всех теле- и радиоканалах Белтелерадиокомпании вовсю идут премьеры. Но и не только на них медиахолдинг делает ставку. Задача со звездочкой – предложить контент для всех. Это значит зрителям без возрастных ограничений и предпочтений. Стабильно пользуется популярностью шоу для семейного просмотра. К таким бесспорно можно отнести «Героев дня» – проект с громким и запоминающимся названием «Герои». С него сегодня стартовали на первой кнопке в дневной прайм-тайм. В этом сезоне на киберарене встретятся подростки из четырех стран – России, Словакии, Узбекистана и Беларуси. А после окончания международного батла проект реинкарнируется с приставкой «Перезагрузка». На прочность проверим звезд сцены, экрана и спорта. Что это? Компьютерная игра или реальный мир? Ты готов узнать? Тогда добро пожаловать в игру. Самое рейтинговое утреннее шоу страны «Доброй раницы, Беларусь» завтра выйдет в прямой эфир в новых студийных декорациях. Переоделись к новому сезону и в соседнем павильоне. Программа «Скажи, не молчи» отныне будет вещать в неоклассическом стиле. Зрителей по-прежнему ждут статусные гости и содержательные беседы. Ну а первым гостем обновленной студии стал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсман. Радостно. Мы пытаемся как можно больше вещей всегда к новому сезону изменить. И в этот раз многие программы получили свое новое лицо. Будут какие-то новые проекты. Например, на телеканале НТВ будут новости выходить в студию. Это абсолютно новый, очень важный общественно-политический проект. Некоторые передачи получат новые декорации, как, например, вот эта передача и «Доброй раницы, Беларусь». И это еще не все. Мы не все заявляем, потому что, ну, не стоит опережать события. Новый сезон у нас будет продолжаться до начала следующего нового сезона. Так что сюрприз еще будет. Нарастили и объем информационной нагрузки. С понедельника на НТВ «Беларусь» будут свои новости с эфирной студией и ведущими. На «Беларусь-3» стабильно придем за классикой в кино, а еще за содержательными путешествиями и традиционными рецептами белорусской кухни. Высокую планку держит пятая кнопка. Кстати, несколько месяцев назад появился интернет-сайт sport5.by. Количество пользователей ресурса уже приятно впечатляет. Не отстает и молодежное вещание. В новом сезоне на широкие экраны вышла премьера шоу «Это моя семья», в котором участники доказывают самые дружные семьи в Беларуси.